Всем доброго дня, Эвелина, привет, и ты Привет. появилась в экране. Мы сегодня с тобой, как всегда, садись ближе, еще поближе можешь садиться. Мы сегодня с тобой, как всегда, вместе открываем посылку, потому что я любитель Милолуки, и ты любитель Милолуки, правда? Ну, давай начнем, не будем затягивать долго дело. Мы начнем с того, что я получила по акции или что я получила бесплатно. Ты еще этого не знаешь. Смотри, вот это... Это гели для душа. Одну я купила, а вторую мне компания дала бесплатно, потому что у них в этом месяце была такая акция. Я потом все еще раз сниму и покажу, что конкретно мы взяли. И еще я кое-что взяла совершенно бесплатно. Вот эти вот три пакетика здесь находятся, они все три одинаковые. Здесь находится, это у нас лосьон. Это у нас пенка здесь находится, гель для душа. Это у нас мыло, кусочек. Давай, что мы откроем? Откроем и покажем всем, да, что у нас тут есть. Угу. Лосьон, гель для душа, мыло кусочек и... Хэнд санитайзер. Обработка для рук, антибактериал типа, да? Это запах... Honey Almond. Я брала такие большие флаконы, очень хороший запах, мне очень нравится, хороший концентрат, хватает надолго. Мыло такое я не брала, не знаю, но я думаю, такой же будет запах и хорошее. Мед и... Мед и... Миндаль. Миндаль. Ты лучше меня знаешь, русский. Молодец. Это я взяла бесплатно, потому что у меня были поинты, и за эти поинты я получила от компании... Вот такие вещи. Почему я взяла три? У нас приближается праздник Рождество, через 2 месяца уже. И у нас есть такая традиция, нашим учителям мы даем подарки. Не всем, конечно, а хорошим учителям, которые нам сильно-сильно нравятся, которые мы хотим еще больше задобрить. Тиминой учительнице, Эвелиной учительнице. Может быть, мы еще закажем, пока это в компании есть. Кстати, это не постоянно, это... как бы временная акция такая, что они дают вот такие маленькие вещи. Поэтому, если вы хотите успеть на эту акцию, успейте, кто является подписчиком компании Милолука. Как всегда, мы взяли... Эвелина уже облизывается. Она любит, они с Тимой любят этот рыбий жир. Со вкусом еще... Эвелина говорит, уже надоедать начинает. Немножко. Немножко. Но это нужно для сердца, для иммунитета, для мозга написано, для глаз, чтобы все вот это было здоровое. Так что надоедай, тебе не надоедает, будешь пить. Вот такая вещь новенькая в этом месяце. Это тоже временная. Да, это кренбери. Клюква. Говорят, что очень хороший запах. Некоторые я видела, что даже в этом месяце по 5 штук брали. Куда? Давай понюхаем. Говорят, что очень хороший запах. Ну, пока сверхъестественно ничего не заметили. Но это что? Это для мытья посуды. Некоторые даже полотенце им стирают. Я прочитала в одной группе. Вот это пенка для бритья. Женская пенка для бритья. Поэтому, если кто-то об этом еще не знает, кто является в компании Милолука, и... Ну, ты... Я нахожусь в компании Милолука. Если кто-то из подписчиков компании Милолука еще об этом не знает, что там есть такое... Да, там есть такое. Пенка для бритья. И я первый раз такое взяла. Я еще не знаю, насколько долго это хватает, но я брала... такую же пенку, только мужскую, для своего мужа. И я смотрю, он уже пользуется ею. Я брала ему на День папы. Это был у нас июнь. Сейчас уже октябрь. Он 4 месяца уже пользуется. У него еще до сих пор есть. Нет. Нет, срок годности не проходит. Это у нас витамины... Ох, отсвечивает. Да ну я скажу, что это витамины для волос, кожи и ногтей. Я каждый месяц такое беру. Это у нас для туалета, для унитаза. Мне нравится этот запах, он такой какой-то нежный. Не сравнить, конечно, с магазином абсолютно никак. Не нюхала. Этот не нюхала? В нашем туалете стоит, можешь посмотреть.
Я взяла вот такие опять витамины для женщин. Здесь 4 витамина, все, что нужно для женского здоровья. И я взяла вот такие же витамины. Я в прошлом месяце их тоже брала для мужчин. Все, что нужно для мужского здоровья. Если вы хотите больше узнать об этих витаминах, что туда включено, напишите или позвоните мне, я вам скажу. И я скажу на себе. Я пью это уже второй месяц. На мне это работает. У меня закончились эти витамины, и несколько дней я их не пила. И я почувствовала усталость, я почувствовала сонливость. Сейчас я их снова начала пить. Что это значит? Что я стала больше усталой. Когда я перестала их принимать, я стала себя чувствовать больше усталой. Больше спать мне хотелось, как-то более сонная такая ходила днем. Сейчас я снова их принимаю, и я чувствую себя намного бодрее. Я покажу еще раз, если, может быть, кто-то не видел прошлое видео, какие витамины там есть. Для утра, вот такой пакетик, видите, они разделяются на 2 пакетика, и для вечера, которые нужно выпивать днем и вечером, ну, утром и вечером. Для мужчин, да, для мужчин точно такие же пакетики, тоже для утра и для вечера, тоже разделяются, блин, ты закрываешь. Очень-очень удобно. То есть я утром готовлю, на утро готовлю такой пакетик своему мужу, Диме, и он уже знает, что эти все витамины он должен выпить. Я прям возле кофеварки ему ложу, и он их выпивает и не забывает. Я спросила у него, заметил ли он какую-то разницу в принятии витамин. Он сказал то же самое, что он стал меньше уставать, и он перестал быть таким сонным. Так что принимайте витамины, берегите свое здоровье, не пользуйтесь всякой химозиной, как говорит одна из моих знакомых в Германии. Таня, если ты будешь смотреть это видео, тебе привет от нас. Ты меня научила новому слову. Если ты будешь смотреть, то мы тебе тоже, твоей семье, желаем здоровья. Итак, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите стать подписчиками компании Милолука натуральной продукции, добро пожаловать! Что я еще заметила после того, как я стала принимать, вернее, после того, как я стала пользоваться чистящими средствами дома и на работе? Дома я пользуюсь натуральной продукцией от компании Милолука, а на работе я пользуюсь той, что с магазина клиенты берут. Только я начинаю пользоваться магазинной продукцией, у меня начинает бежать нос, у меня начинают чесаться глаза. И каждый раз меня клиентка спрашивает: ты, наверное, грипповать начинаешь? Или ты, наверное, ну, как бы cold, простудилась? Я говорю: нет, это у меня аллергия на чистящие средства. Я уже точно знаю, 100%, что у меня аллергия на магазины чистящие средства. Поэтому, если вы не хотите заработать эту аллергию, если вы не хотите, чтобы ваши дети чихали, чесалось горло, да, как у тебя, помнишь, было, выбросьте все это из вашего дома. Я мой вам совет. Так что вот такая у нас была сегодня посылка. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я с радостью отвечу. Я в этой компании уже год, я не жалею, я не представляю, как я пользовалась раньше магазинной продукцией. Всего вам хорошего, берегите себя, берегите своих близких, берегите свое здоровье. Пока-пока! Я хочу показать все теперь намного ближе, чтобы вы могли рассмотреть витамины для женщин, витамины для мужчин, витамины для волос, кожи и ногтей. Вот такие маленькие вещички, лосьон, гель для душа и маленькое мыло, hand sanitizer. Это идет все в одном пакетике. Это мы взяли как подарочки на Рождество. Здесь находится у нас гель для душа, body wash. Он абсолютно без запаха, без всякого ароматизатора. И очень хороший, такой кремообразный. Теперь это у нас пенка для бритья женская. Это у нас мыло для того, чтобы мыть посуду. Здесь у нас ниже стоит рыбий жир. Для детей я беру. И это у меня флаконы для мытья туалета. Так что вот такая у нас была в этом месяце продукция. Мы ее очень любим. Мы любим пользоваться этой продукцией.
И всем желаем крепкого-крепкого здоровья!